Умение так виртуозно играть на фортепиано далеко не самый легкий в освоении навык, но у юного Ильи Данченко к этому большой талант. Меня зовут Данченко Илья Андреевич, мне 8 лет. Я учусь в школе номер 1583 в городе Москва. Я занимаюсь музыкой 6 лет. Мама предложила, чтобы я занимался на фортепиано, а я согласился. Я играю на пианино, и у меня различные дипломы. У меня уже 3 диплома. Я играл ансамбль, волынку и старый автомобиль. Когда я был маленький, ко мне пришел врач, и он сказал моей маме, что у меня треугольное ухо, и это значит, что у меня очень хороший слух. Дальше мама меня записала к преподавателю музыкальной школы. Свои 8 лет он уже мастерски играет на фортепиано и выигрывает в российских конкурсах. Еще с ранних лет маленький Илья Данченко уже сам мог наигрывать сложные мелодии на инструменте. Илюшка был первый внук. У нас дома стоял синтезатор, на котором я играла. И вот первый год я ему просто наигрывала детские песенки. Ему было интересно. Он тоже в из годика остановился даже на чемодан, потому что они приезжали из Москвы к нам в гости, стоя на чемодане, еле доставал до клавиатуры, уже пальчиком набирал мелодию. Помимо игры на фортепиано, Илья очень любил рисовать и лепить, особенно в раннем детстве. Пингвинчики, гуси с птенцами на гнездах – все это давалось Илье очень легко. Но через какое-то время он захочет посвятить себя музыке. Мы иногда делаем предметы из соломы, иногда лепим на листе фигуры. Мы первый раз из соломы сделали сову. В общеобразовательной школе 1583 Илья преуспевает в таких предметах, как технология и читательская грамота. А после школы Илья очень любит в хорошую погоду гулять с друзьями. Я рисую чаще всего домики. Я даже Москва-Сити один раз нарисовала. А сохраню все рисунок? Ну, мама его посмотрела, сказала хорошо, сфотографировала, а потом выкинула. Мне нравится этот предмет, что я люблю изучать насекомых и всяких живых тел.
по читательской грамотности ставит четверки и пятерки. У меня остались только два единственных друга, которые иногда ко мне подбегают. Со временем родители стали замечать, что мальчик не перестает интересоваться игре на фортепиано, и поняли, ребенка срочно надо отдавать в музыкальную школу «Максим». Преподаватель, которая влилась в компанию, в эту группу «Школу Максим», забирает его с собой. Он был единственным мальчиком, который играл на фортепиано. У него получалось неплохо. Он как-то сразу схватывал, и преподаватель часто говорил: у него ноты перед глазами, он видит, что играть. Но почему-то он играет свое, и намного интереснее, что предполагает композитор. Тот же самый Моцарт, Шуберт, Чайковский. Ему почему-то хотелось какую-то ноту поменять, но он поменял как-то более удачнее, чем композитор. Вот что поражало нас. Родившись в семье инженеров, Илья научился использовать и соединять, казалось бы, такие разные профессии – музыка и робототехника. Но под чутким руководством бабушки и дедушки Илья на лету запоминает и сочиняет музыку. Под влиянием своих преподавателей, конечно, пытаюсь вложить в своего внука все, что мне хочется, что мы можем. Конечно, он будет уставать. И вот наша задача – просто его поддержать, чтобы он не сорвался с этой волны. Ну вот что можем, мы то и делаем. Я на конкурсе играю, они меня вдохновляют.